Детях и их родителях. Thank you.
в онлайн-режиме также возможно обеспечить связь, может быть, посредственную, и обеспечить поддержку посетителей в знакомстве с экспозицией. Сергей Геннадьевич, спасибо за вопрос, потому что он бьет в самую точку, так как музеи долгое время привыкли работать у себя на платформе в офлайн режиме, а сегодня мы, надо сказать, вынуждены выходить в онлайн. И на самом деле это, конечно, задел для творчества, для придумывания различных форм. И вот эта вот предметность, то есть посредственное участие ребенка, подростка во взаимодействии с экспонатом, из этого. И что с точки зрения музейной педагогики, с точки зрения вообще принципов деятельности музея, это неправильно. И поэтому сегодня музеи выстраивают стратегии того, каким образом через онлайн можно выходить на взаимодействие с предметом. И у нас в условиях работы в режиме пандемии, конечно, многие программы были пересмотрены, и мы сегодня, не боясь экспериментировать, это тоже одна из особенностей этого времени, нам не стыдно, можно так сказать, и мы стараемся предлагать те вещи, которые на самом деле наших слушателей в социальных сетях, наших участников образовательных программ все равно так или иначе выводят на предмет, на экспонат, на коллекцию, на экспозицию. И нам очень важно сказать, что вот мы почувствовали в начале, когда это все только стартовало, что одна из таких тем – это семейная история. И мы начали акцентировать внимание на семейной истории разных наших посетителей, это и взрослые, и дети. И семья дает возможность обратить те компетенции, которые мы своими программами развиваем, на те предметы, которые хранятся рядом с нами. Это и семейные архивы, это и документы, это артефакты, которые все хранятся. И через них мы начинаем взаимодействовать с учащимися, с подростками. И об этом надо отдельно говорить. Я думаю, что по итогам вот этого периода много тезисов появится, будут описаны. Ну и, конечно, еще я хочу сказать, вот такой пример есть, программы, которые мы реализовывали в офлайне, которые надо было переключать в режим онлайна. И у нас есть прекрасная программа по отпечаткам, это программа по созданию печатных книг, и мы предполагали, что это прикладная программа, мы собираем ребят и благо собрали группу, но случилось, как в дистанте сделать это, и мы пошли на даже дополнительные траты, потому что это были репутационные серьезные основания. Мы каждому из участников закупили комплекты тех материалов, с которыми они работали бы, и выстраивали уже взаимодействие в станции. При этом каждый из них сегодня, вот во вторник будем представлять итоги этой программы, сделал свою книгу. Это удивительно, как вот в условиях этого режима мы не ушли ни от предмета, ни от общения с источником, и еще любой результат, который в прямом смысле можно потрогать. Поэтому я просто хочу зафиксировать, что сегодня музеи находятся в состоянии, когда они фантазируют. Вот те коллеги, которые здесь сегодня присутствуют, наверняка под этот тезис, что мы и у друг друга начинаем более интенсивно учиться. Если раньше мы не могли посмотреть на опыт других вот в таком объеме, а здесь мы заходим к друг другу в Инстаграм, на YouTube, и мы видим, какие объемы, какие совершенно потрясающие программы, будь то музей Тимирязева, где мы выращиваем домашний зоопарк. Я вот на одном дыхании смотрел экраму. Или же в музее космонавтики смотрим, как с детьми читают введение в космосе. Это совершенно потрясающе. Поэтому я призываю всех учителей обратить внимание на онлайн музеев, потому что это шаг и ключ к очень плотному и искреннему взаимодействию с музеями. Спасибо большое, Константин.
Это действительно очень интересный вывод. Вот мы обсуждаем не первый день уже уроки дистанта применительно к образовательным организациям, частным, государственным. Но вот эта мысль, которую вы высказали, звучит впервые, что в этой ситуации мы можем глубже узнать друг друга, образовательные программы, методики, подходы. И это звучит у вас весьма позитивно. Не в том смысле, что вы раз и, как сказать, в кавычках, скопируете, да, действительно, сможете взять свои подходы уже с учетом того, что делают другие, ну, тем более, что специфика здесь вполне очевидна. Обратимся к вашим коллегам. Вот столичный музей, но известный нам как прекрасный музей, и именно давно уже двигающийся на ниве предложений именно образовательных программ музея истории Оренбурга Сергей Юрьевич Каменский. Вот каков ваш опыт работы в дистанте? Можно было перевести из офлайна в онлайн? Есть ли здесь ограничения? И появились, может быть, какие-то новые программы, которых не было в онлайне до пандемии? Добрый день, коллеги. В экспериментах, здесь я поддержу как раз музей ГУЛАГа. Мы, собственно, такой примерно, только по другой механике. В период изоляции коллекции, собственно, окружают людей дома. Да, это их семейные реликвии. И мы делали такой видеопроект, мы назвали это «Музей в доме», когда нам прислали видео и, собственно, рассказывал про свою коллекцию или про какую-то памятную вещь. Мы обратили внимание, что в этих условиях мы равны. То есть мы, в данном случае, все большой музей, так или иначе. И даже мы в рамках «Ночи музея» сделали отдельный сет, когда у нас именно в эфир выходили жители Оренбурга из разных домов и рассказывали про свои. Но это действительно такой отдельный, получается, проект. Я хочу сказать, что в этот период, наверное, надо именно изобретать отдельный формат, потому что просто переводить в онлайн то, что было запланировано под другой режим, не всегда получается. Есть позитивный опыт, да, этот проект «Наш музей в доме». Есть более сложный опыт. У нас была запущена полугодовая лаборатория учеников, посвященная теме политических репрессий. И еще до карантина ребята как раз прошли эту стадию погружения в материал. Они съездили на экскурсии, сходили на посвященные теме. Также они познакомились с архивными делами, сходили в архив. И питались этими материалами, и только начался процесс трансформации их, какие-то, их авторские произведения, а там было 5 вариантов лабораторий. Была лаборатория медиапродуктов, была театральная, отдельно была журналистская лаборатория, исследовательская лаборатория работала в направлении, и арт-лаборатория. И стали создавать этот продукт, и как раз где-то в середине этого процесса нас закрыли остальных коллег, и мы достаточно сильно мотивации ребят, потому что многие приходили на за вот этой живой атмосферой общения с художниками, с авторами, и многие кураторы сказали, конечно, что они видят это сильное падение мотивации, и переключиться с одного формата на другой бывает очень сложно. Вот другой наш проект, который называется «Народный университет», он для чуть более старшей аудитории рассчитан был. Они учатся тоже разным компетенциям, водить городские маршруты, либо писать, делать книжки, либо создавать сценарии, посвященные истории. А там сразу был запланирован онлайн-формат, ну, мы узнали, начали проект в этот период, и там, во-первых, сразу коммуникация была на это построена, что аудитория понимала, что будет онлайн-формат, сразу задумались над тем, как проводить эти материалы. А там прошла история лучше. То есть я к чему веду? К тому, что, безусловно, это новые возможности, но нужно понимать, что то, что мы делали раньше, это, наверное, не самый правильный путь. Именно нужно создавать новые форматы. Это время экспериментов, но эти эксперименты могут перевести к практикам, которые будут работать и после карантина. Вот этот проект «Музей в доме», на самом деле, он... Мы видим в нем такую стратегическую нишу и будем работать с ней дальше. Спасибо. Спасибо, Сергей. Мне кажется, этот взгляд относительно того, что
формат, в котором вы вынужденно сейчас переходили, должен отличаться от того, что предлагается в исходно нормальной ситуации. Это очень важный тезис как для музейного сообщества, так и для образования. Я бы хотел обратиться сейчас к Альфреду Вардазаряну. А как вы осмыслили потребность дистанционных технологий? Была ли она раньше? Насколько сейчас она стала стимулироваться этим процессом? И как вы видите ее перспективы? Здравствуйте, уважаемые коллеги. Большое спасибо. На самом деле хотелось бы отметить, что такая работа, такая форма работы в онлайне привычна для нашего музея. И здесь я бы хотел отметить о создании единого музейно-образовательного пространства, которое как раз-таки позволяло нам работать и с учительским сообществом, и с детьми дистанционно. И когда мы пришли все в онлайн, большую помощь нам в этом оказал наш музейно-образовательный модулятор. Это виртуальная экспозиция музея, куда раньше мы помещали методические рекомендации по проведению уроков, и учитель, не выходя из дома, мог подготовить к проведению уроков до того, как он придет урок в экспозицию нашего музея. И сейчас, когда мы поняли, что школьники все оказались дома, мы поместили в эту виртуальную экспозицию задание из рабочей тетради. И учителя вместе со своими ребятами проводили полноценные учебные дни в экспозиции нашего музея. Также нужно отметить, что мы стараемся использовать и учитывать учительский запрос. Это очень важно. И мы знаем, что с 18 по 20 мая школьники перешли в режим свободного посещения уроков. И здесь музейные педагоги учителям и позволили сделать уроки интерактивнее, чтобы заинтересовать детей. И эти две недели мы проводили наши музейные педагоги для школьников эти уроки. На самом деле, вообще хотелось бы, что за время самоизоляции вся наша команда стала единым образовательным центром, единой большой такой пресс-службой. И на самом деле такая позиция была в музее и раньше, и сейчас мы поняли, насколько важно использовать системы музея для образовательного продукта. Вообще, на самом деле, в начале у нас сложилось две задачи. Первая – это перевод уже имеющихся проектов онлайн, и второе – создание новых форматов. И здесь я, конечно, соглашусь с тем, что сказал в начале Константин. Связь с музейным предметом, она ни в коем случае не теряется. И проведение уроков в музейной экспозиции, где главным критерием является работа с музейным предметом, проведение уроков в онлайне, это как раз и подтвердило. Конечно же, родились новые проекты. Мы понимаем, что мы будем продукт семейной аудитории. И с самого начала пандемии дистанционную викторину для детей и взрослых, космоквиз, участие в которой уже приняли более 5000 участников из зарубежья. Основным принципом нашей работы в онлайне стало создание продуктов для любого возраста, любого уровня подготовки, как для любителей, так и для тех, кто хочет углубиться в тему, да, фанатики. И, конечно же, работа на всю Россию обслужил наш проект совместно с Яндекс.Учебником, вместе с методистами образовательной инициативы Яндекс. Мы разработали задачи, поместили их на платформу, и теперь учителя со всей России могут использовать задачи в своих уроках. В завершение я хотел бы вернуться к мысли о формировании единого музейно-образовательного пространства и отметить, что в дальнейшем при создании новых музейно-образовательных продуктов нам нужно будет учитывать, что этот продукт должен работать не только в офлайне, да, а непосредственно в экспозиции. Теперь нам нужно задумываться о том, сможет ли этот продукт прийти онлайн. Я хотел бы отметить, что здесь ни в коем случае не стоит проводить две параллели и создавать два разных продукта. Новый музейный продукт должен уметь жить как в офлайне, так и в онлайне.
И, конечно же, к созданию новых продуктов мы призываем всех учителей, потому что понимание этого запроса для нас очень важно. Спасибо. Спасибо, Альфред. Кто из нас ведет, модерирует? Сергей, я верну. Да, и теперь с удовольствием передам. Давайте. Коллеги, прощение за сбой. Все мы находимся на удалении, и вот это одни из опасностей, которые постигают работающих в дистанционке. Ну, каким-то образом я смогла подключиться, не знаю, насколько хватает и насколько меня слышно. Сергей, мне кажется, Елена, к сожалению, вас плохо слышно. Давайте вы попробуйте еще переключиться. А если позволение продать. Мы неоднократно на Москве в прошлые годы обсуждали сотрудничество музеев, образовательных организаций, организаций дополнительного образования. Вот в условиях пандемии, когда меняется режим работы, когда меняются статьи организаций, не только образовательных организаций, поняли, что это в выстраивании сотрудничества, в партнерстве, в коммуникациях между музейными организациями дополнительного образования. Мария Витальевна, у вашего музея, как мне кажется, одна из наиболее широких таких вот круг связей вашего музея, один из наиболее широких. Как они трансформировались в этой ситуации? Да, еще раз здравствуйте, спасибо за приглашение, возможность высказать рассказать наш опыт о жизни в этом режиме, необычно для всех, и для музеев, и для школ. На самом деле этот режим действительно очень много открыл возможностей для музеев и для нас в частности. Вообще, я была 2 года назад на стажировке в музее науки в Лондоне, и тогда я поразилась, насколько они тесно с учителями, как они открыто представляют различные методические наработки, как они помогают учителям. И приехав оттуда, я поняла, что, в общем, наверное, должно быть в будущем наш музей, потому что наш музей, основная целевая аудитория нашего музея – это школьники. И у нас, мы, наверное, по-моему, единственный музей в России, где больше 100 тем. 100 тем предлагается, почему эти темы полностью сами по биологии, по окружающей среде. То есть точно мы знаем, куда можно встроить каждую из этих экскурсий. И мы, конечно же, и так активно развивали диалог и сотрудничество со школами. И вот в этот период мы сначала, на первых порах, начали записывать наши экскурсии, занятия, какие-то лекции. Потом, поскольку многие из нас зрители, в том числе и я, и мы начали обмениваться опытом, тем мы живем с детьми в онлайн-обучении, и мы все поняли, научились в музее, поняли, что, наверное, наша миссия сейчас помогать учителям, родителям и школьникам, наверное, в таком порядке осваивать программу диалога. И окружающих мы работаем еще и на начальном уровне. И мы начали вкладывать технические разработки, которые можно скачать, это абсолютно свободное использование, можно скачать, или просто попробовать на сайте пройти прямо там в онлайн-режиме. Это различные задания, это различные квесты на разный возраст, на разный уровень сложности. Сейчас мы активно создаем, я тоже внедряю на сайт онлайн-квесты биологические, которые тоже можно попробовать, во-первых, просто свои знания из любопытства, но также можно и включать в, может быть, какую-то образовательную программу подготовки биологии, да, уроков биологии, проведения, или дома, там, домашние задания, это тоже может быть. То есть, на самом деле, мы поняли, что, наверное, как вы правильно сказали, должны действительно ближе узнать друг друга, мы с учителями, и, наверное,
я раньше наблюдала некую такую конфронтацию, что учителя не за такое правильное образование, а музеи они что-то такое про образование, они как. На самом деле скажу, что, например, в нашем музее большая часть научных коллективов имеет педагогическое образование. Да, возможно, у нас нет такого большого опыта, в том числе, кстати, я учитель биологии по образованию. Может быть, нет такого опыта работы в школе, но мы понимаем те боли, с которыми сталкиваются учителя, и мы понимаем примерно методики, на которых строится образовательный процесс. Поэтому, наверное, как раз тот момент, когда эта конфронтация точно исчезнуть, и музеи должны действительно сделать такими помощниками учителей, помощниками процесса, потому что сложно, как мы понимаем, не очень понятно, когда это закончится. Поэтому вот те шаги, которые мы предприняли в этом направлении, я уверена, они абсолютно правильные. И действительно, как вот предыдущие коллеги говорят, то, что нам надо будет продолжать даже тогда, когда мы уже в нормальный режим работы, когда школьники наконец-то классом 30 человек пойдут учиться. Потому что, в общем, те знания биологические, которые есть у нас, делиться с учителями, со школьниками. Мне кажется, такая наша миссия, которую мы сейчас делаем активно, которую мы, конечно же, делаем одной из ведущих, что будет наш музей вести дальше. Спасибо большое, Мария Витальевна. Вот сегодня я не первый раз слышу, уже на нашей дискуссии звучало, что урок пандемии – это урок расширения партнерства, укрепления связи, и среди многих, все-таки будем откровенны, негативных эффектов, с которыми мы столкнулись и лично, и профессионально, развитие наших партнерских отношений – это то, с чем мы можем выйти и чем можем гордиться, то приобретение, которое нам, очевидно, поможет и в будущем. Но у нас здесь есть сегодня с вами хорошая возможность посмотреть и на другую сторону как раз отношений между музеями и системой образования, педагогами. У нас в нашем сообществе так прокралась представитель образовательного ведомства системы образовательных изображения Александра Николаевна Логинова, директор Центра детского и юношеского туризма и экскурсии Ярославской области. Но, как я понимаю, Александра Николаевна не первый раз встречается с представителями музейного сообщества. В регионе есть тесные связи, партнерские отношения. Вот, Александра Николаевна, как они были выстроены, в чем, собственно, была ваша роль, в чем была роль музея, и что происходит в ваших отношениях и в тех проектах, которые вы традиционно реализовывали? Добрый день, Сергей Геннадьевич, добрый день, коллеги. Безусловно, музеи, которые есть в Ярославской области, наши замечательные партнеры, и я бы даже сказала, добрые друзья. Поэтому на самом деле здесь опыт большой, и хочу сразу сказать, что мы абсолютно уверены, что вовлечение ребят в цифровую трансформацию не только возможно, но и целесообразно и полезно. И об этом свидетельствует наш опыт. Дело в том, что Центр детского и юношеского туризма и экскурсии Ярославской области – это не только учреждение дополнительного образования детей, но и туроператор. И вот в качестве организации дополнительного образования детей мы реализуем программы туристско-краеведческой направленности, в том числе программы подготовки экскурсоводов. Такие, например, как школа юного экскурсовода, добро пожаловать в музей, активисты школьных музеев. И вообще основная категория ребят, которые учатся по этим программам, это активисты музеев образовательных организаций. Мы имеем статус уполномоченной организации в Ярославской области по сопровождению деятельности как раз музеев образовательных организаций. Вообще в России достаточно большое сообщество, и я думаю, что здесь еще много можно выявить взаимодействие с большими, да, с нашими старшими братьями, назовем это так. Только в Ярославской области более 250 музеев образовательных организаций, учреждений общего, дополнительного, среднего профессионального образования. И вот с 2012 года мы реализуем проект, который называется «Интерактивная карта музеев образовательных организаций Ярославской области». Почему мы решили это сделать? Потому что для нас стало абсолютно очевидным, что представление музеев образовательных организаций в сети интернет – это не только один из наиболее эффективных способов продвижения музейных продуктов, но и это, что виртуальная среда – это вообще естественная среда обитания самих школьников, самих подростков. И они свободно, ребята, владеют дистанционно
традиционными инструментами взаимодействия. Интерактивная карта музеев образовательных организаций Ярославской области – это ГИС-слой в разделе образования ГИС-портала Ярославской области, правительства Ярославской области. Каждая точка портала – это ссылка на сайт музея образовательной организации. Когда вы выходите по этой ссылке, то на сайте музея вы находите видео экспозиции музея, находите дистанционные мастер-классы, представление интерактивных программ. В 2019 году мы решили масштабировать нашу практику, и в рамках реализации гранта Министерства Российской Федерации мы реализовали межрегиональный проект, который называется «Добро пожаловать». Мы предложили ребятам из разных России принять участие в создании видеороликов, которые позволяют управлять и продвигать музеи их образовательных организаций, создавать эмблемы их музеев, публиковать специально для этого проекта в ВКонтакте группе. Они публиковали тематические посты о эксклюзивном музейном экспонате их музея, музея их образовательной организации. На основе тех продуктов, которые ребята прислали на конкурс, мы создали еще один портал. Это ГИС-портал, который называется «Добро пожаловать». Это ГИС-портал музеев образованных организаций уже Российской Федерации. Представлены музеи 27 регионов России. Но мы не только вовлекаем ребят в создание электронных, дистанционных таких, да, значит, инструментов взаимодействия с музеями образовательных организаций, мы еще и обучаем этому. Дело в том, что мы уже с 2014 года на своей базе проводим межрегиональный лагерь «Школа юного экскурсовода». В рамках этого лагеря реализуется программа «Школа юного экскурсовода». Один из модулей – это как раз обучение разработке инструментов дистанционного взаимодействия электронных образовательных ресурсов музеев. В частности, ребята обучаются созданию аудиогидов на электронной платформе Easy Travel. Ну а в частности, опять же, вот это, значит, создание аудиогидов, оно является также одним из модулей чемпионата WorldSkills по компетенции организации экскурсионных услуг юниоры. Мы не являемся площадкой чемпионата, то есть мы проводим региональные чемпионаты WorldSkills по компетенции организации экскурсионных услуг юниоры, и мы видим тех ребят, которые вот профессионально уже владеют экскурсоводческими навыками. Кстати, нам есть похвастаться, в прошлом году наша девочка стала призером национального чемпионата WorldSkills по этой компетенции. Так вот, мы продолжать будем работу, и здесь Сергей Геннадьевич тут, наверное, тоже может присоединиться к моему мнению, потому что мы хотим продолжить эту работу уже этой осенью, и в рамках такой инновационной деятельности предложим ребятам принять участие в демо-экзамене для юниоров по стандартам WorldSkills по компетенции организации экскурсионных услуг. По итогам этого экзамена ребята школьных музеев, те, которые согласятся в этом принять участие, получат так называемый skills-паспорт, который фиксирует уровень освоения ими профессиональных компетенций в экскурсионном деле. И вот мне сейчас хотелось бы в наше сообщество внести такое предложение. Уважаемые коллеги, наша как бы перспективная задача, то, что мы хотели бы сделать дальше – предложить вам, представителям больших музеев, аккредитовать наших ребят, призеров чемпионата WorldSkills, ребята, которые пройдут успешно демоэкзамен по стандартам WorldSkills по этой компетенции организации экскурсионных услуг, предложить аккредитовать их на базе ваших музеев. Это позволило бы, безусловно, создать музейный уровня на базе ваших экспозиций. Во-первых, он был создан был бы на языке самих школьников. Но он был бы доступен целевой аудитории, на которую рассчитаны программы для школьников. Это во-первых. Во-вторых, он, безусловно, был бы создан с использованием элементов дистанционных технологий, электронных ресурсов. Эти прекрасные владеют. Поэтому, коллеги, вот мы предлагаем вам такое сотрудничество, а сами, как туроператор, готовы стать первым заказчиком и первыми реализовывать этот туристический продукт, который ребятами будет создан. Спасибо большое, Александр. Всегда приятно, когда на площадках салона не просто представляется опыт, но вот возникают такие инициативы, и вдвойне приятнее, если они получат продолжение. Коллеги, кто-то хотел бы откликнуться? Есть ли какие-то действительно интересы такого рода в продолжении сотрудничества? И как вы в целом видите вовлечение как помощников, партнеров в вашей работе? Константин, пожалуйста.
Да, Александр Николаевич, спасибо большое за это предложение. У нас на самом деле совершенно удивительный опыт. Я уверен, у многих из наших музеев, единственное, мы московские здесь, вот надо подумать, но у нас очень много ребят приходят после экскурсий, после каких-то программ, которые хотят как-то участвовать в жизни музея. Часть из них уходит в волонтеры, помогают музею как волонтеры. Это тоже прекрасная возможность, потому что от волонтеров сегодня многое зависит в пространстве музея. Но у нас вот есть опыт, когда к нам приходят молодые ребята, которые вот 2 года были на экскурсии, а сегодня уже взрослыми, они заключают договор на работу у нас экскурсоводом. И это совершенно потрясающе, потому что когда дети, там, старшеклассники с открытыми ртами слушают там студента 2-го, 1-го курса, это совершенно потрясающий, совершенно удивительный эффект. Поэтому давайте подумаем, я думаю, что многие из наших московских коллег откликнутся. Ну, конечно, на музее. Там тоже все в этом плане хорошо. Благодарю вас, Константин. Друзья, мы движемся уже к последней части нашей дискуссии, хотя, конечно, такие спикеры с таким интересным опытом в этой компании хотелось бы еще долго продолжать общение. Действительно, то, что вы продемонстрировали в этот сложный период, ваши управленческие стратегии, ваши образовательные стратегии, заслуживает уважения. Ведь это не просто вы справились с ситуацией, держали режим функционирования ваших организаций. Вы дали возможность огромному количеству семей по-прежнему иметь доступ к вашим замечательным коллекциям и участвовать в ваших содержательных программах. Но позволю себе предположить, что, наверное, не все так было гладко. И мне кажется, что в такой аудитории можно рассчитывать на искренность и откровенность. Вот, что бы вы вынесли как уроки из этого периода, ну, над которыми надо еще работать, домадание, может быть, вот на ближайшую перспективу. В отличие от школ, вы, конечно, можете уйти на такие длинные каникулы, но, так скажем, чем вы будете правильно заниматься, как готовиться к, ну, я бы сказал, высокому сезону. Мария? Да. Давайте я тогда тоже смотрю, коллеги хотят ответить. Я коротко, наверное, отвечу. Ну, во-первых, мы будем продолжать нашу работу по созданию различного методического контента именно с биологическими, на биологические темы. Но у нас сейчас такой план, что мы, в принципе, начинали это делать, но сейчас вот прям будем целенаправленно заниматься. Благо, время есть, пока мы закрыты, нет большой возможности с мероприятиями. Мы будем сейчас стараться выпускать различные видеоролики, которые позволят детям изучать природу. И мы надеемся, что эти материалы помогут как-то начать следовательскую работу, там проект на следовательскую работу, конечно, очень необходимо в школах. И тем для проектных работ не в головах научных сотрудников. Например, вот в ближайшем на воскресенье мы будем мастер-класс, как сделать гербарий. Ну, в общем, дети с родителями не просто сидели и ждали, когда же ситуация с коронавирусом, еще изучали природу, но и изучали ее, используя для себя, потому что мы надеемся, что те материалы, которые мы опубликуем, помогут действительно деткам наработать базу, которая, надеюсь, благополучно откроет, станет такой основой для создания ценной проектной работы. Поэтому сейчас вот над этим работаем. Спасибо большое. Сергей, какие ваши планы? Ну, мы сейчас думаем тоже, как перевести наши летние продукты, которые обычно были или для просто индивидуальных, да, ребят, которые к нам присоединялись. У нас есть школа такая летняя по путешествиям по городу, по разным предприятиям. Собственно говоря, такая жизнь производственная, кухня, да, разные виды бизнеса показывала. Сейчас мы думаем, как этот формат вообще организовать, насколько он может существовать. Вообще стратегия пересмотра, какие продукты стоит просто пока приостановить и дождаться, да, другой ситуации, а какие есть смысл
превращать именно в онлайн-продукт. Это первая стадия. Вторая, чем мы задумались, но пока еще решение не нашли, это вот сейчас другой формат. Не когда мы предлагаем, да, какой-то образовательный продукт, а когда мы делаем что-то вместе. Вот на этой лаборатории как раз у нас такое сотворчество, когда группы создавали продукт совместно с музеем. Я думаю, такой проект, посвященный продвижению разных там локаций, городских фондов, я там своего дома рядом вместе со школьниками в социальных сетях. То есть когда сам формат этого продвижения контента мы будем создавать вместе, то есть не только как образовательный продукт от нас, да, а именно какие-то форматы совместного создания продукта, и, может быть, даже это для нас найти какой-то новый поворот взгляда на город. Пока мы можем стать такой перезагрузки вообще взгляда на коммуникацию с нашими друзьями, коллегами из школы или партнерами, да, которые давно с нами работают в лаборатории. Спасибо. Альфред, как я услышал, вы один из наиболее подготовленных, кто подал к этому периоду. И вместе с тем я вижу, что вы не останавливаетесь на месте. Какие ваши планы на перспективу? Да, вы знаете, Сергей Геннадьевич, отвечая на ваш вопрос, я бы хотел продолжить мысль Александры Николаевны и сказать о том, что, конечно, вот сейчас наступает лето, и для нас это время подготовиться к новому учебному году, предложить новые, да, продукты для школ. И, конечно же, очень важно учитывать запрос детей, да, вовлекать их как помощников, партнеров, самих детей, их родителей и учителей. Я опять же обращаюсь, да, к этому сообществу, я повторюсь, что мы открыты к обучению, мы ждем ваших предложений идей. Конечно, и Мария Витальевна об этом говорила, в нашем музее тоже активно реализуется программа по проведению исследовательских работ школьников в музее. Мы считаем, что музей не так огромный, что профессионал проведения на базе музея. И приглашаем всех к участию в этой программе. Вот, открытие сотрудничества, рады музеям и предложениям. Замечательно. У нас есть еще время, я бы хотел задать вам вопрос, который вот возник у меня в ходе нашей дискуссии. Позавчера была представлена такая платформа «Навигатор программ дополнительного обучения». Она еще далеко от совершенства, но она помогает все-таки родителям сориентироваться в том, что сегодня появилось в онлайн-среде, сделать такого рода выбор. Есть ли такие прецеденты применительно к музейным образовательным программам? Знаете ли вы о совершенной, завершенной или планируемой такой, чтобы вот все богатство сегодня онлайн-образовательных ресурсов было представлено семьям в разных уголках нашей страны для выбора? Можно вот продолжение? Сама смотрела пресс-конференцию Министерства просвещения Агентства стратегических инициатив по презентации этого нового продукта «Навигатора образования». К сожалению, пока там не представлен модуль туристско-кредитности, например, дополнительного образования, сделали кружки. Но точно знаю, мы это обсуждали уже с Федеральным центром детского туризма и краеведения, что будет создаваться модуль, который будет выполнять контентом по программам дополнительного общеобразовательного туристо-краеведческой направленности. И мы как учреждение уже в этом активно стоим. У нас есть свой раздел «Дополнительное образование», и в наших планах ближайших как раз как можно больше те электронные ресурсы, как я вам рассказывала, включать именно в процесс реализации общеобразовательных программ. Поэтому я думаю, что совершенно реально нам включиться и в этот навигатор своими продуктами. И мы вот будем это делать через Федеральный центр туризма и краеведения. Спасибо. В вашем случае, да, действительно, в смысле прямая. А коллеги вот из музейного сообщества, есть ли такого рода интеграторы, маркетплейсы, если у нас нет зарубежные названия? Пожалуйста, Константин. Да, ну здесь я хотел сказать, что мне кажется, сейчас только музейное сообщество переживает некую агонию по поводу получения лицензии на ведение образовательной деятельности. Уже есть несколько музеев, которые получили лицензию на ведение образовательной деятельности, но как бы мы не хотели
мы не попадаем вот в такие навигры Министерства просвещения. И это, кстати, один из вопросов, который надо обучать, ставить и, может быть, по итогам нашего сегодняшнего салона образования это продвигать, потому что здесь задача о том, что музеи являются ценным участником образовательного процесса, и они дают не просто контент, не просто программы, да, но это то, куда входит школа, и то, что является пространством города для многих, и это пространство города надо использовать. Вот. Но здесь, конечно, ведомственная разобщенность отчасти складывается сложным образом, поэтому, наверное, из-за этого нет таких интеграторов, как хотелось бы. Хотя вот сегодня налаживаются, по крайней мере, в московском регионе проекты, учебные музеи прекрасно, когда на одной площадке представлено огромное количество музеев, и люди могут выбирать, школьники, родители, учителя могут объем определенный методически получить для того, чтобы привести школьников в музей. И вот такие примеры, они существуют, но мне кажется, еще рано говорить о системности, о какой-то системе. Эта система только формируется. Спасибо. Спасибо, Константин, за... Можно я с точки зрения ценностной разобщенности. Катя, Мария, буду очень рад услышать ваше мнение. На самом деле, да, поддержу коллегу. Значительно нету в Москве, точно я не региональных, может быть, коллега из Ксенаж. Но у нас нет вообще базы, где представлены образовательные ресурсы. И я могу сказать, что действительно, наверное, повторюсь, да, вот момент вот этого немножко противоборство музеев и образования надо уже остановить. И, например, вот наш музей, могу сказать, готовы представлять те материалы, которые мы наработали и наработаем, на порталы Министерства образования. То есть для нас это, например, будет вполне себе приемлемый вариант партнерства. Поэтому, да, вот, поддержу, если туда подключиться, мы подключимся. И, наверное, спасибо, коллеги, за... Добавлю. Немножко про учителей. Наверное, just хочу попросить их не стесняться и давать им обратную связь о тех образовательных ресурсах, которые мы разрабатываем, потому что для нас это такой немножко хаотичный местами процесс, и мы с удовольствием принимаемся, готовы все переработать, переделать так, чтобы действительно было для них удобным и полезным. Замечательно, как минимум вот для посетителей нашего салона есть такая прекрасная возможность дать обратную связь, сделать фактически видимой свою роль в формировании образования в музее. Спасибо вам большое, уважаемые коллеги. Мне кажется, у нас был очень интересный разговор. Его главные, как мне кажется, эффекты для салона – это свидетельство открытости, открытости организации друг для друга, желания и интересов сотрудничать, открытости между ведомствами. Да, здесь есть некоторые формальные барьеры, но мы видим, что во взаимодействиях между организациями эти барьеры не видны, они прямы, и организации разных ведомств под ресурсами друг для друга. Мне кажется, крайне интересная вот эта линия на вовлечение подростков, молодежи как партнеров музеев, в том числе переводе образовательных программ музеев в цифровой формат. Я очень рад, что на площадке салона мы можем так осмыслить эффект нынешней ситуации, что позволяет нам строить планы на будущее, строить планы, которые позволяют каждой из организаций двигаться к более совершенным форматам работы. И одновременно формировать сообщество, заинтересованное в том, чтобы наши дети имели доступ к самым своим интересным и мотивирующим программам образования. Пусть вам, коллеги, в текущей ситуации, в реализации ваших планов. Благодарю вас. Уважаемые посетители, оставаться на сайте салона, посещать виртуальную выставку салона, и завтра вас ждет еще один день работы салона.